Почтовая марка, посвященная 550-летию Казахского ханства, введена в обращение. Торжественную церемонию ее гашения осуществил заместитель премьер-министра Бердыбек Сапарбаев. Юбилейная почтовая марка, выпущенная тиражом в 5000 экземпляров, каждая номиналом в 550 тенге. В основу ее дизайна легла картина «Ныракай Шайхасы». На марке изображен хан Казахского ханства Абылай, объединивший все три жуза в борьбе против джунгарских захватчиков. По словам дизайнера Рахимжана Ахмедина, самым сложным этапом в создании марки стал перенос деталей картины на маленькую поверхность. Имидж Казахстана растет именно. История Казахстана именно читается по маркам. Я считаю, что люди, которые собирают марки, считают историей. Для меня важна та же история других стран. Поэтому я, взяв опыт, сложив историю, вложив эту картину, мы просто сделали совместный проект вместе с Казпочтой. Новые технологии, цифровые технологии мы совместили, и просто получился такой, считаю, как такая работа.